И здравствуйте, мои дорогие ребята, всем прекрасного дня, и наша потрясающая серия ответов на ваши золотые вопросы продолжается. Сегодня к нам вопрос прилетел от Кирочки, просто золотой, который на самом деле я могу развернуть на 45-минутную лекцию, но постараемся за несколько минут этот вопрос прояснить. Откуда энергия на утренние тренировки, если не есть? И жир рассыпляется ночью, а не в течение дня. То есть вопрос такой: я не поела до тренировки, я сейчас приду и здесь, значит, по тренажерам сложусь, если я не поем. Силы, энергии нет. Вот это золотой вопрос. Откуда брать энергию? Поехали. Кирочка, дорогая моя, это прекрасный абсолютно вопрос, который говорит мне о многом. Он мне говорит о том, что еще очень много работы нужно проводить и разъяснять, показывать, рассказывать о процессах обменных в организме. Понимаете, энергия в зале, которую вы тратите, да, на там выполнение подхода, вы что-то стараетесь сделать, что это за энергия, откуда она берется? Она же ведь берется не от того, что вы съели котлету сейчас или там сок выпили. Она берется из ваших мускулов, печени в виде гликогена. В каждой клеточке вашего организма откладывается небольшой запас энергии, который вы можете представить себе как заряд вашего телефона. То есть, когда вы ночью спите, вы абсолютно правы, ваш жир и еда, которую вы съели накануне, выступают в роли, так сказать, как вот берете свой телефон и вставляете в розетку, и он там заряжается у вас, и вы с утра имеете 100% вашей батареи. Вот ваша жировая прослойка и ваша пища, которую вы съедаете, выступает ночью как главный, так сказать, буфер зарядки вашего гликогена. Поэтому с утра, когда вы встаете, у вас гликогена полным-полно, и вы идете в зал и тренируетесь. Но, и это вот самое но, если вы хотите терять лишние килограммы жировые, что вы делаете? Вы находитесь в калорийном дефиците. А когда вы находитесь в калорийном дефиците, что это означает? Это означает лишь одно, что вам недостаточно калорий, которые вы вчера скушали, для того, чтобы восстановить весь гликоген, который вы потратили в течение дня. И на ваш организм ложится задача какая? Дополнительно расщеплять ваш накопленный жирочек во всех местах для того, чтобы восстанавливать и полностью ваш гликоген был готов к работе на следующий день. И в этом случае вы можете наткнуться на слабость, которая проявляется не потому, что вам нужно обязательно поесть, потому что ваш организм не умеет расщеплять ваш жир и конвертировать его в энергию. И это называется инсулино- и лептинорезистентность. Как с ней бороться, мы еще будем говорить и говорим часто. В общем, весь смысл, что ваш организм по-хорошему полностью работает за счет того, что приходит энергия из пищи. Он не умеет работать на вашем жире. И ваша задача – обучить его. Первое время, да, может быть, будет тяжело. Первое время вы будете спрашивать: Алексей, откуда взять энергию в зале? Я прям чувствую, что я умираю. Но это нормально. Несколько дней, пожалуйста, кушайте, например, там, после 12, после 13, 14, по основным принципам палеодиеты. 60% вашего БЖУ на жиры, 25% на белки, 15% на углеводы. Что это даст вашему организму? Даст организму возможность адаптироваться, работать на жирах. И если вы его поставите в рамки калорийные, в дефиците, но опять же, не ниже, чем 1400, очень важно, будете ходить 10 тысяч шагов, будете много тратить, условия здоровой экономики, то есть вы 1400 едите, например, тратите 1800 или 2000, приходите в тот же зал, и ваш организм поначалу будет немножечко буксовать, но я вас уверяю, вопрос конверсии жира в энергию за неделю-две полностью вашим организмом будет освоен, и будете чувствовать себя прекрасно. Главное не стать жертвой закрытого цикла поедания: без еды мне плохо, а с едой мне как бы тяжело. Будьте здоровы и знайте, как работает процесс обмена веществ в вашем организме. Спасибо. Ребята, дорогие мои, приглашаю вас от всего сердца, раскликивайте описание этого видео, и там внизу вы найдете информацию о ближайшей дате старта нашего мощнейшего проекта, который называется ПГ-марафон. 21 день нашей совместной работы, где мы с вами избавляемся от лишних килограмм, укрепляем наше здоровье и становимся увереннее и здоровее, тренируемся и готовим вместе. А самое важное – это наше личное общение. Смело, уверенно раскликивайте описание этого видео, отправляйте вашу заявку, потому что ближайший старт уже не за горами. Жду вас!